Прием. Вадик. На кью. Вадик, прием. Вадик. Че ты мне не отвечаешь? Да, блядь, я уже забыл про это. Вадик. Че, блядь, голова оленя, блядь, что ли? Мочи его нахуй. Кого? Оленя. Так нахуй, блядь, что мне делать? И у меня голова, блядь, оленя в этом. Сейчас я... Вадик, что мне делать, Вадик? На Г бросай, на английский джи. Сука. Пизда тебе, олень, ёбаный. Получи, сука. Всё, пиздец. А, блядь, сука, весь крови. Ты вообще какой-то маньячелый, блядь. Это мы еще людей с тобой не ели. У нас могут ночью туземцы прийти и выебать в сраку? Я не буду тебе рассказывать сейчас все геймплейные фишки. Ага, значит, могут, да? Но я тебе ничего не говорю. Как ты факел сделал? Вадик, как ты сделал факел? Прием. На Рашби. Понял, окей. Главное, не с ягоды с куста не кушай. Чё? Можешь умереть. В смысле? Я их сожрал уже штук 8. Так, крафти лопату. Себе яму копать уже? Да? Не буду. Так, а можно мясо пожарить, чтобы потом его с собой взять? Это я так и до сих пор не знаю, можно ли брать сам. Хорошо, вот допустим, у меня есть мясо. Я сломал костер. Обычное дело. Сырым мясом, блядь, ударил и сломал его. Да, о, нормальная тема. Теперь нам будет не так скучно, когда наши времена коротать. Ебать, блять, это черепахи, нахуй, чуть не обосрался. О, а мы ж можем... Сейчас. Мне ж надо как-то выбраться. Не могу драться. Так. Сука. Что-то нихуя не происходит. Она колбасится, ешь. О. Есть. Теперь ноги разделывай. Ой, хорошо как. Так. Черепаху части забери, панцирь тоже забери. Голову забирать? А голову на писюн похоже. Как будто писюн в руке держишь. Это уже на твое смотрение. Я по писюнам не спец. Блять, одна на дно упала. Как ее с дна достать? Нырнуть. Нихуя не достает, мистер умник, блядь. Нырнуть. Ладно, короче, у меня одной панцирь есть. Да, точно. Ты видел этого, блядь, черепаха? Как будто писюн открытый такой. Смотри, я сейчас принесу. На, принесу, будешь играться ночью. У меня, к счастью или к сожалению, есть. Да хуй его знает. На, смотри. Возьми. Господи. Да возьми его в руки, посмотри. Только рот открыл. Ага. Так, сейчас папа будет дальше строить. Корзина для стрел. Манекен для брони. Корзина для костей. Что тут есть? Стеллаж для оружия, шкафчик.
О, я хочу шкаф построить. Для вас можно... В смысле? Ну, в доме шкаф построить. У тебя сын пропал. Да похуй на того сына, ебать. Шкаф У меня надо... дом еще трое, да? Ну да, мне тут надо дом строить. Слушай, а дай мне черепаху. А я его кинул. В смысле, Вадим? Где ты выкинул? Ай, блядь, я опять загорелся, ёбаный в рот. Ебать, что за хуйня была? В том, быстро. Я вижу, твари какие-то. Сука. Мразь ёбаная, на нахуй. Сюда, сука, дички. У меня зажигалка потухла. Где еще одна? Ближе к костру. Вон он стоит. За домом сразу. Давай ты слева, я справа. Вот он справа. Не сломай. Пускай. Чуть-чуть. Пускай. Пусть прыгает. Обходи слева, я справа. О, мы сейчас у нас сейчас будет секс.